Я думаю, да. Все ровно. Документы мне нужно докладывать, кто подошел. Ты что, пришел? 9-16. Документы ваши? Судебные. Я скажу, что он твой. Вы человек, я документ не отказался предъявить. Я в суде предъявил документы. Я секретарь судебного заседания, отлично. Вы мне обязаны документы предъявить. На основании чего? Да, обязан. Тут процесс пришел. Сторона подела. Заявите, пожалуйста, документы. Вы разоблачение не вводите? Нет. Все, сидите, судья устанавливает длившийся, а не секретарь. Документы вы не обязаны. На основании чего? Во-первых, вы заполняете расписки, в процессе вам будут разъяснять. Вот в процессе я все и заполню. Не надо мне ничем заполнять в коридоре. Ну как фамилия ваша? Роман. Скажите, я там задержка. 9:15 на свидание значит. Оперативное совещание у вас? До скольки? Нет, не могу сказать. А кто назначал время сегодня 9:15? Судья назначал время. Он не знал, что совещание будет оперативное? Нет, не знал. Вы пожалуйте Бакшаева? Бакшаева, да. Пожалуйте Бакшаева. Вы кто? Бакшаев. Бакшаев. Приходите, пожалуйста. Бакшаев. Я Бакшаев. Я Бакшаев. Где я вам работаю? Не сообщил. Не желаете. Пишите мне работу. Если только было неверные данные, я говорил, что я не работал, я сказал, что я не сообщил. Это разные вещи. Не сообщил? Да. По какой причине? Не желаю сообщать. Не желаю сообщать. Это не значит, что я не работаю. Так, не желаю сообщать. Угу. Вам это отсюда понятно? Можно еще раз, не совсем понятно. Судья. Это я. Угу. Секретарь. Угу. Не вправе. Участвовать в судебном заседании, судья не вправе рассматривать жалобу, если имеются у вас основания полагать, что судья, секретарь имеет какую-либо заинтересованность в исходе дела. Вам это понятно? Да, мне это понятно. А, у вас имеются отводы к судье, к секретарю? У меня есть отвод к секретарю. Так, слушаю. Значит, сегодня я явился в назначенное время для рассмотрения моей жалобы на постановление по делу административном правонарушении. Находясь в коридоре, ко мне вышел данный молодой человек, поинтересовался, кто подошел. Я сказал, что подошел Бакшаев, он попросил у меня мои документы, я сказал, чем это предусмотрено. Он не представился, не сказал, кем он является. Я сказал, что я предъявлю свои документы в суде и скажу, кто и кем я являюсь. Он сказал, ну тогда я сообщу, что никто не явился. Соответственно, я считаю, что данный человек каким-то образом заинтересован в разрешении данного дела.
потому что данное поведение считаю, что некорректным, неподобающим сотруднику аппарата суда, и вызывает сомнения его. Я понимаю, что он напрямую не влияет на решение, но тем не менее я имею только право заявить отвод данному человеку, потому что он, я считаю, что грубым образом нарушал мои права в данном случае. Судья удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение в 11 часов. Судья заседание является продолженным. Решается определение 25 февраля 2021 года в Украине. Судья Ленинского районного суда будет принять срок и стерилизованное бесчестие лица в отношении, которое будет использовать по делу в административном правонарушении Лошаева. Вообще заявил секретаря, поскольку секретарь заинтересован в исходе рассмотрения жалобы. В обосновании доводов об отводе Большаев заявил, что секретарь до начала судебного заседания незаконно потребовал удостоверяющий личный документ, не представился. После отказа предъявить документы, сообщили ему, что доложит судья о его неявке. Суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отвода секретаря, поскольку приведенные заявительные доводы не свидетельствуют о личных и не выпускных заинтересованности секретаря в отношении жалобы. Их оснований для отвода секретаря не имеется. Руководство с пунктом 6 части 2 статьи 30.6 кодекса административных правонарушений Российской Федерации постановил отказать в утверждении Тараса Большаева Евгеньевича от отвода секретаря Романова Евгения Романовича. У меня есть ходатайство о праве проведения видеозаписи и рассмотрения моей жалобы. В качестве обоснования я ссылаюсь на 29-ю статью Конституции, которая дает мне такое право свободно собирать информацию. Также я считаю, что данная возможность не будет ущемлять права иных участников рассмотрения данной жалобы, таковых не являются, никто не явился, а также не нарушают права и законные интересы несовершеннолетних, тайну врачебную, военную тайну. Поэтому прошу суд разрешить. Также в дальнейшем данная видеозапись, возможно, будет приложена в качестве доказательств в случае обжалования принятого решения. Возможность фиксации процессуальных нарушений в ходе рассмотрения жалобы и иных действий. Поэтому прошу данное ходатайство удовлетворить. Разрешите видеозапись судебного заседания. Иные ходатайства у вас есть? У меня еще заявление. Да. Могу, да? Да. Уважаемый суд, хочу под протокол сделать следующее заявление, что сегодня рассмотрение моей жалобы назначено на 25.02.2021 года в 9:15. Несмотря на это, судебное заседание началось 25.02.2021 года в 9:48. То есть спустя почти полчаса, более получаса, смена табовка должна была начаться. Я считаю, что данным действием суд проявляет неуважение к участникам судебного разбирательства, в частности ко мне. Никаких объяснений со стороны суда не последовало, по какой причине была данная задержка, с чем она была связана. Ну и, соответственно, никаких извинений со стороны суда также не последовало. Считаю, что данными действиями суд выражает неуважение к участникам процесса. Вот у меня данное заявление. Прошу, чтобы это было отражено в протоколе судебного заседания. Да, все. Удовлетворение ходатайства большая возможность от производства для записи. Отказать. Отказать. Введение паузы на записи. От производства, которое не требуется к решению суда. Обеспечить право большая величина.
иначе это судья позже назначенного времени. Для установления личности заявления, который отказался предъявить секретарю Романову, Евгению Романовичу, документ, удостоверяющий личность. Поскольку допуск слушателей оказался принят на сегодня, ограничен связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Так, вам определение об отказе от коммуникации. Да, конечно. Судом объявляется перерыв до 1 марта 2021 года до 16 часов для вручения копии определения на большая идея. Уважаемые, только причины были другие, оглашены, озвучены вашим секретарем. Хоть бы договорились между собой. Там пока еще тебя задержка. 9:15 на свидание значит. Оперативное совещание. До скольки? Нет, я могу сказать. А кто назначал время сегодня, 9:15? Я назначал. Он не знал, что совещание будет оперативное? Нет, не знал. Совесть. Тоже мне. Если у тебя есть совесть, то она доведет тебя до смерти. Если у тебя нет совести, что она сможет с тобой сделать?